более-менее в нормальных условиях тут же имеет футбол в исполнении фанатичных Романцева. Технично прогнать, я вот хочу сделать пару раз. А вот сейчас один момент. Динамо выходит вперед. Сейчас Кавенаги, по-моему, 1-1. Блестящего, просто блестящий. Какие сегодня мы мячи увидели. Но и Фернандо Кавенаги показал, за что же за него были заплачены такие деньги. Великолепный гол. Удивительно, что еще футбол это эпизод аргентинского нападающего. Мы там и ошибки защитили. Я не хочу болеть, но не смогли. Вот сложный повтор. Хорошая скидка на выход своему партнеру. Ну и есть, когда он пытался правила нарушить и ушел. По-моему, от... Потеря мяча, удар Бояринцева, да, неудачно принимает его Левицкий и потом выручает свою команду дважды, но третий раз не спасти. И снова Фернандо Кавенаги. Такого танца мы еще не видели. Thank you.